И снова мы видим на льду учеников Ксении Румянцевой, Екатерины Волобуевой и Андрея Филонова, но на сей раз это уже призеры одного из предыдущих этапов, Арина Горшенина и Илья Макаров. И у них по сравнению с остальными спортсменами из этой группы участников претензии существенно отличаются. Претензии в первую очередь на баллы и места. Поправила себе лед Арина Горшенина. Ну что же, Шопен прозвучит, а мы с удовольствием посмотрим. Несмотря на совсем еще юный возраст этой пары, а этот дуэт один из самых молодых, я сейчас так пробегаюсь глазами, самый молодой из всех участвующих в этих соревнованиях танцевальных дуэтов, все равно остается впечатление, что уже в свои годы этим спортсменам по силам интерпретировать абсолютно любую, в том числе и самую взрослую, мелодию. Ну, Шопен — это же один из сложнейших композиторов для выражения, и есть такое достаточно расхожее мнение, что его юным спортсменам
На льду катать относительно сложно, хотя бы потому, что они до него еще не доросли. Но вот в ситуации с Ариной и Ильей этого ощущения совершенно не складывается. Они очень выразительны, они очень четко показывают, что понимают, о чем это произведение, и готовы уже сейчас браться за самые серьезные музыкальные произведения в истории. Мне показалось, что по сравнению с той, ну, наверное, свежестью, которая была у этих фигуристов, свежестью восприятия, наверное, в первую очередь, которая лично меня покорила в этом танце, сколько уже, 3 недели назад, получается, сейчас стало больше мастерства, что ли, больше осознанности, при этом постепенно улетучивается этакая детскость. Она же все равно в силу возраста будет присутствовать так или иначе. А вот что касается уровня катания, то он буквально не по дням, а по часам растет у этих фигуристов. И если продолжит прогрессировать в том же духе, то в самом ближайшем будущем у нас может появиться очень интересный танцевальный дуэт. Да, Илье уже 16 лет, и по идее он должен еще немножечко подрасти, но сейчас смотрится крайне органично и уже очень сильно эти фигуристы. Интересная постановка, за что нужно отдельную благодарность свою писать. Тренером и постановщиком. Все лежало, шпильки, ногти, бусины, вообще все. Все, что только можно не собрать. Ну, совсем другие оценки по сравнению даже с первым этапом. 93,25 у них самих было меньше, при том, что тогда удалось дотянуться до пьедестала почета, а пока лишь выйти на промежуточную лидирующую позицию.